Приветствую вас на моем канале. Сейчас я с вами поговорю о нашем теле. Направим внимание на него. Эту медитацию можно прослушивать во время ходьбы, при занятии спортом или просто в спокойной обстановке, так как вам удобно. Все, что мы делаем, чувствуем, проживаем, жизнь отражается на нашем теле. Без физического тела пребывание на земле не может быть. Оно – наш лучший друг, и которое служит нам, несмотря ни на что. И когда мы его перегружаем, оно начинает плакать в виде болезней и травм. Наше тело показывает все наши мысли внутри нас. Наши страхи, обиды, блоки отражаются на физическом теле и в нашей жизни. Нам кажется, что наше тело досталось просто так, но за этим стоит огромная сила, чтобы мы появились на этот свет. Затрачено очень много энергии. До того, как мы вошли в свое тело, проделана колоссальная работа. И поверьте, никто не заинтересован, чтобы мы страдали и своим отношением портили его. Тело – наш лучший друг, который заслуживает ухода, нежного прикосновения к себе, заботы. Начнем разговор со своим телом. Вы можете слушать эту медитацию как настрой нежного разговора со своим телом. Здравствуй, мое родное и любимое тело. С этого момента я чаще на тебя обращаю внимание. Теперь я забочусь о тебе, как взрослый, как родитель заботится о своем ребенке. Я вовремя кладу тебя спать, чтобы ты высыпалась, и все функции и клетки во время сна восстанавливались. Просыпаясь утром, я спокойно нежусь в кровати, потому что мы вовремя с тобой оказались на спальном месте. Доброе утро, мое тело! Просыпаемся спокойно, чувствуем каждый пальчик своего тела. Теперь у нас появилось время для 10-минутной разминки. Это помогает наладить контакт со своим телом. Во время разминки благодарим его за то, что оно контактирует с нами. С помощью водных процедур очищаем свое тело скрабами. С помощью масел мы благодарим свое тело. Благодарим каждую клеточку своего организма, которые нам помогают жить и находиться в этом мире. С этого момента мы кормим себя только здоровой, полезной пищей. Выбираем правильные мысли, чтобы наше тело не страдало, и мы вместе с ним. Потому что оно со временем все отражает, что мы думаем и чем заполняем его. На самом деле это все несложно, если делать все не на автомате, а уделить внимание. А мы и пришли в этот мир изучать себя, а тело – наш помощник в этом. Благодарю тебя, мое дорогое и любимое тело. Ты лучший друг и помощник для меня. Я люблю тебя, мое прекрасное тело. Теперь я выбираю одежду из натуральных материалов для тебя, чтобы энергия текла к тебе свободно, а не перекрывалась искусственными материалами. У нас с тобой крепкая связь для благостного существования и пребывания на Земле.